Вот скажите, может быть бесплатным шиномонтаж? Скажите, может человек брать деньги за гарантию? Вон все это бред сивой кобылы. Если вам кто-то говорит, что за гарантию необходимо деньги платить, вот, то просто бросайте его, приезжайте в Автоград. Здесь гарантия действительно существует, она бесплатная. Что еще Автоград вам позволяет? Автоград вам позволяет ездить на недорогой и качественной резине. И действительно, вот смотрите, как она востребована. Ну не то, что витрины пустые, просто буквально 5 минут назад здесь человек подошел и купил автомобильную резину. Почему все это возможно? Потому что сейчас нет необходимости куда-то ездить. Приезжайте сюда, на Марджане 9 или в любое подразделение Автограда. Ну вот и наступило время ездить с комфортом. Время, которое, будем надеяться, будет вечным, если мы поменяем место жительства и переедем в теплые страны. Кстати, любое государство с наплывом россиян справится легко. А на территории вечно замороженной и отмороженной останутся самые крепкие бизнесмены и самые мощные торговые предприятия. Такие, например, как Автоград. Мы сегодня можем предложить новую современную продукцию фирмы Michelin со специальной расширенной гарантией. Что в себя включает эта гарантия? Гарантия включает в себя очень интересную вещь. Купили вы новые шины. Дороги у нас бывают разные. Случилось так, вы прокололи колесо или посерьезнее пробили. Мы вам ремонтируем эту шину бесплатно. Если ремонт невозможен, а так чаще всего и бывает, вы получаете новую шину. Эта гарантия дается от производителя, от компании Michelin. Почему мы видим такие демократичные цены на резину Michelin? И есть еще продукция Тигар? Есть продукция Тигар, да. То есть у производителя Michelin очень широкая линейка. То есть есть шина на любой вкус, от и до. Ну, Michelin — это, пожалуй, одна из самых революционных фирм, которая позволяет вам реально экономить. В цифрах сколько эта экономия получается? В цифрах очень интересная экономия получается. Ходимость шин Michelin на один сезон дольше конкурентов. На один сезон это очень важно. Это существенная экономия. Помимо этого, шины Michelin экономят топливо. За весь период можете сэкономить топливо до 90 литров. Это хорошая цифра. Кстати, мы не затронули богатство выбора. Небедные магнитогорские автолюбители в большем своем количестве предпочитают колесики и пошире, и повыше. Такая резина, сори, не представлена в должном количестве на авторынках. Но такая резина есть всегда в Автограде. И вот мы тоже задумались и покопались и изучали, в чем уникальные свойства резины Energer Север. Все очень просто, точнее не очень просто, очень сложно. Люди старались, люди придумывали, люди внедряли. Что внедряли? Вот не в каждую резину входит натуральный каучук. В резину Energer Север каучук входит. Почему эта резина ходит дольше всех остальных? Ну, изданных ранее. Тоже понятно. Посмотрите внимательно на рисунок протектора. То есть крупные бляшки, водоотвод. И, соответственно, вот он, меньший износ. То есть более плотный состав резины и, соответственно, пятно контакта. Оно распределяется другим образом. Соответственно, машина лучше катится. Итак, обычная авторезина в условиях плотной эксплуатации летом ходит максимум 3 сезона. Продукция фирмы Michelin дает вам возможность еще одно лето ездить и не париться, удерживая непослушный руль, вибрирующий на любой кочке, либо требующий корректировки курса при попадании в лужу. Мелочь, но мелочь приятная, как в ощущениях безопасности, так и экономящая такие необходимые и недостающие денежки. И кто может вам гарантировать исправность вашей автомобильной резины? Пожалуй, только Автоград, пожалуй, только Tire Plus. Предоставляет специальную гарантию на летние шины Michelin. Но, естественно, надо понимать, что гарантия не бесконечна. Гарантия действует до 31 октября, когда закончится сезон 2010. Ну, а затем уже вы все сами поймете, когда еще 4 сезона будете кататься и получать удовольствие от резины фирмы Michelin.